Число живых свидетелей страшных 40-х стремительно уменьшается. По последним данным, на территории Беларуси проживает 3337 ветеранов Великой Отечественной войны. В разрезе Витебской области их количество и вовсе не достигает 500. У нашего поколения еще есть возможность посмотреть в глаза тем, кто сражался за свободу нашей земли, за мир, за спокойствие и благополучие для будущих поколений. Посмотреть в глаза и сказать спасибо – это самое малое, что может сделать каждый из нас. В канун Дня Великой Победы советского народа над фашизмом ветеранам особое внимание. Это не просто слова поздравлений, такого рода визиты, возможность узнать, как живет ветеран, оказать помощь. На этот раз продуктовую. Вот эти наборы для ветеранов Новополоцка собрали медики. Накануне Победного мая в городской больнице объявили благотворительную акцию, которая нашла отклик. Мы каждый год проводим данные мероприятия. Инициаторы – это наша профсоюзная организация, администрация нашего учреждения, при тесной поддержке ветеранской организации. Ну а собирали это все наши сотрудники. Сотрудники нашего учреждения, все структурные подразделения приняли в этом участие. То есть они очень-то всегда подходят к данному мероприятию, ну, со всей душой, как мы это называем. Поэтому ну, это наша задача сегодня – сохранить память о тех людях, которые, в принципе, делали победу, внесли неоценимый вклад в наше сегодняшнее благосостояние и спокойную жизнь. Адресные поздравления от медиков накануне принимала и Любовь Аникович. Коллег встречала с улыбкой, сама посвятила Новополоцкому здравоохранению 40 лет. О своем трудовом пути женщина рассказывает охотно, а вот годы военные вспоминать не любит. Война настигла ее семью в Дретуне, тогда Любовь Адамовна была 6-летней девчонкой. А вот долгожданную победу 45-го помнит, как вчера. Я была юная, мало чего помню. Но очень, когда победа пришла, так радовались, так прямо плакали все от радости. И сегодня День Победы – это праздник со слезами на глазах. Та война унесла жизни братьев, дяди. Свои герои Великой Отечественной есть в каждой белорусской семье, ведь тогда не вернулся с фронта каждый третий наш земляк. Мы храним память о каждом и благодарим за мир, за победу, которая дана нам, потомкам, вечное наследие.